Ну давай попробуем. Роскоп Валентины Григорьевны. Трудно найти жителя в Азове, который бы не гордился историей древнего города. А вот как только касается застройки, тут-то все и забывают об охраняемой федеральным законом исторической части города. Так, на протяжении месяца семья Васильцовых самостоятельно произвела разрытие и грабительские раскопки по двум адресам – Дзержинского, 41 и 91. Сегодня в третий раз на одном и том же раскопе археологи останавливают уничтожение археологического слоя средневекового Азака. Синхрон. На территории по адресу Дзержинского, 41, рабочие господ Васильцовых утвердительно сообщили, что не нарушают закон, так как хозяин заверил, что все работы и раскопки были санкционированы архитектурой города. Через несколько минут на место приехал главный архитектор Азова Игорь Репьев, который потребовал документы и подписанное разрешение на строительство. По месту жительства семьи вышла супруга Васильцова. Она искренне была удивлена, что По месту жительства семьи вышла супруга Васильцова. Она искренне была удивлена, что стройка остановлена в третий раз, и эта земля – федеральный памятник археологии. Ни документов, ни подписи с разрешением она не представила. Синхрон. Наши корреспонденты позвонили в Министерство культуры Ростовской области, где специалист по охране памятников культуры Сергей Горденко сообщил, что этот вопрос рассматривается и будет доведен до конца. Лайф. Возможно, семья Васильцовых услышит нас и не будет прятаться и по-тихому уничтожать и грабить государственную собственность, а даст возможность доисследовать неразворованное. Валентина Сираж, Наталья Пославская, Азов.Инфо.